Привет, мои дорогие, с вами Людмила Хамула, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня примерка маечек, оказывается, я не знала, вернее, не то, что не знала, я знала, что какие-то товары в компании Faberlic из одежды, да, не подлежат возврату, но не думала, что в их число будут входить майки. Ну, я думала, носки, трусы, колготки, бюстгальтеры, а вот майки почему-то я не думала. Ну, в принципе, майка — это нижнее белье, да, у нас все, что нижнее белье, не подлежит возврату. И, в общем, челку никак, уже длинная челка, никак не могу уложить ее нормально. Ну и, в общем, а эту майку я хотела сдать, которая сейчас на мне. Я предполагала, что она будет меньше тянуться, чем вот та, которая с большими бретельками. Но я хотела вот такую маечку взять под джемпер. Я вам сейчас покажу, как она выглядит на мне. Ну, я себе, естественно, оставляю, потому что под джемпер нормально. В принципе, вот эта вот сетка хорошо все закрывает, да, сверху. Ну, если бы, конечно, была она... То есть, если бы была возможность мне ее вернуть, я бы ее, конечно, вернула. Но такой возможности нет, я сейчас специально заглянула в каталог. Главное, в каталоге пишут сбоку мелкими буквами, ну, красным. Но сразу не бросается в глаза, что на этой странице товары не подлежат возврату. Я вам сейчас покажу, как тут указано. Вот, видите? Это для Казахстана, я только знаю. В России можно все поменять. Вот, видите, вот это вот. То есть, где нижнее белье, я посмотрела... И где, кстати, вот эту ночнушку тоже возврату она не подлежит. Но это нижнее белье. И вот, вот видите, вот так вот написано. В общем, вот, и носки, и все в общем. Ну, носки-то я предполагала. В общем, давайте, ладно, оставляю. Футболки, кстати, можно сдавать. Футболки можно сдавать. Вот я футболку померю, если она мне не понравится, то я ее сдам. Сейчас на мне майка из хлопка. Я артикулы и ссылки все сразу прикреплю в информативном боксе под видео. То есть вы открываете, там сразу будут ссылочки вот на эту одежду. Майка из хлопка, бежевый цвет. А так выглядит как будто бы, знаете, такая светло-светло-розовая. 2XL, 95 хлопок, 5 эластан. Зачем писать гарантийный срок 30 дней? Эта майка сделана, кстати, в России. В общем, 30 дней гарантийный срок, ну, без понятия. А, гарантийный срок, типа, если вдруг порвется нечаянно, что ли, так? Я вот не пойму, когда пишут срок, ну, срок службы, ладно, вот гарантийный срок, потом пишут, когда можно это все сдать. Короче, я запутываюсь, но я знаю точно, что товары в компании Faberlic нужно сдавать с момента выдачи вам товара, с пункта выдачи, то есть не с момента, когда товар привезен, а с момента выдачи, то есть у вас, может быть, товар там лежит на пункте выдачи неделю, а вы пришли через неделю забирать, ну, допустим, там 31-го, а вы пришли 7-го, да, забирать, то с момента выдачи гарантийный срок, то есть вы можете 14 дней, 2 недели. Туда входят и праздники, и рабочие дни. В общем, независимо от праздников и рабочих дней, вы можете сдать этот товар. Ну, если честно, вот последний раз я сдавала товар, мне надо было 8-го сдать, а я сдала то ли 11-го, то ли 12-го, потому что мне оператор из пункта выдачи подсказала, что они на это особо внимание не обращают. И у меня прошел, да, этот товар. Но вы так не рискуйте, девчонки. Я рассказываю сейчас только про Казахстан. В общем, вот. Я не знаю, зачем здесь писать 30 дней, гарантийный срок. Девчонки, кто знает, подскажите мне. Я все-таки сейчас после снятия видео спрошу в обратной связи. Может быть, все-таки можно эту майку сдать? Что они мне ответят? Потом, если что, в каком-нибудь видео или в конце этого видео прикреплю. Или в первом прикрепленном комментарии будет ответ обратной связи. И, кстати, про гарантийный срок я вот этот вот спрошу. Ну все, давайте смотреть. Вот смотрите, маечка на мне. Вот такая вот, с такими вот бретельками тоненькими. Здесь такой вот вырез. Ну, немножко мысок вот такой вот, да. Нравится, что она закрывает полностью всю подмышку. Вот. И она идет... Сейчас немножко ниже наклоню. Вот смотрите. Коротенькая. То есть, вот как раз под джемперок нормально. Ну, просто, почему мне эта майка не понравилась? Потому что она уж плохо тянется. Я люблю одежду, которая хорошо тянется. Ну, вот... Мой обхват груди 106, талия 106, обхват бедер 126 и рост 1,62 м.
Ну и вот она мне вот здесь вот, видите? Можешь ниже отпустить, показать. Ну вот так вот. Вот. Ну давайте задом повернусь. Что у меня там сзади, я даже не знаю. Ну, надеюсь, все нормально. Вот. Так, девочки, ну, маечку я вам показала, качество я вам сказала, качество хорошее, но она вот меньше тянется, чем вот эта майка, которая, ну, другая, с такими с широкими бретельками. Сейчас я надену джемпер, под который я взяла эту майку, и вы посмотрите. Вот этот джемпер, я его уже один раз носила с майкой, с толстыми бретельками, все было хорошо, все замечательно, но я думаю, что с тонкими... Ой! Вот надо было мне накраситься яркой помадой, чтобы обязательно вот замарать. Ну вот так вот я хотела носить, чтобы вот здесь вот были тоненькие лямочки. Вы, в общем, меня... Так, девочки, взяла влажные салфетки, хочу вытереть сразу, потому что я сейчас в ней пойду на улицу и не хочу, чтобы она у меня тут была. В общем, вы меня поняли по поводу... Как я хотела носить. Ну, я, наверное, так и буду носить, если возврата нет. Куда я это сдам? Я напишу и оставлю комментарий вам. Сейчас я вам покажу ниже, опущу, как это смотрится. Камеру я имею в виду. Почищу немножко влажными салфетками. Вот такие влажные салфетки, они, это экспресс-салфетки. Вот в такие моменты, когда у вас что-то случается, быстренько-быстренько почистить можно. Вот. То есть помада, тональный крем... Я только использую для таких целей. Либо когда вот что-то бы капнуло сразу и тут же почистила. Конечно, застаревшие пятна я не очищаю этими салфетками. Ну вот, немножко мокрая. Ничего, сейчас высохнет быстренько. Так, ну давайте опущу. Думала, что за пятно. А что за пятно? Нет, девчонки, я в ней не пойду, какое-то пятно. Я один раз надела, и вот, пожалуйста. И главное, я его не увидела. Вот сейчас на камеру смотрю и вижу. Представляете? Ну, такая ткань, что не видно вот так вот сейчас. Сейчас попробую еще вытереть влажными салфетками. Где это тут? Я не вижу просто. По-моему, вот. Так. Ну все, девочки, почистила. Вот так я хотела вот ходить. Потому что с тонкими бретельками все-таки смотрится, вот мне лично, чисто вот визуально я смотрю, интересней. Ну вот сзади вот так вот. Не знаю, сзади видно, вам не видно, показываю. И пониже опущу. Вот показать. Вот мне нравится, что она коротенькая. Вот эта вот, которая с толстыми, с широкими бретельками, она длинная. А это мне нравится, что коротенькая маечка, я имею в виду. В общем, вот. Так, девочки, вот это вторая, повторная моя покупка. Это майка женская, цвет розовый. Брала я до этого в цвете бежевом. 2 XL, здесь 92 хлопка и 8 эластан. То есть здесь хлопка поменьше, а вот эта вот ткань тянущаяся, ну вот... Материал побольше, поэтому она и приятная к телу. Производитель — это Ивановская область, город Иванов. Шикарная майка, я уже не один раз в ней я вам показывала, ну, по-моему, даже два видео, да, показывала. Ее я, конечно, оставляю, потому что она мне подходит. Здесь толстые лямочки. Ну, вот так вот выглядит, вот. Мне нравится тоже, что здесь вот подмышки закрывает, вот так вот все как-то. Она длинная, она комфортная. Вот сзади вот так вот. Надеюсь, вам видно. И она до серединки попы. Ну вот прям вот. Вот так вот. В общем, вот. И мне нравится, что она тянется, девочки. Я все-таки люблю одежду по своей фигуре, когда одежда тянется. Во-первых, усадка, да, еще может быть сесть. А вот эта вот возможность тянущаяся, она остается. Так, дальше.
девочки, футболка такая же, как майка и как сорочка. Вот под такое же качество. Мне нравится, что она не по шею, а вот именно вот такой вот вырез. Я ее оставляю. Футболка женская, цвет бежевый, 92 хлопок и 8 эластан. Ну, это Ивановская область, вообще обалденная такая вещичка, девчонки. Прям вот она длинная, она мне попу всю прикрыла, понимаете? Все, рука вот, рукав какой. Ну, то есть закрытый, вот. Ну, нормально, я имею в виду, хорошо тянется, вот. Здесь все, хотела про качество сказать, все хорошо прошито, никаких всяких вот кривых линий, все хорошо, цвет такой приятный, мне вот нравится, освежающий как раз на лето. Так, ниже опускаем. Ой. Я пока тут мерила, у меня грудь выпала. Из бюстгальтера снизу вот так вот. Смотрите, как тянется прекрасно, вот, вот. Прям шикардосная футболка, я ее буду носить с удовольствием, я ее буду носить на улицу. Сейчас вам длину покажу. Ну, она попу вот закрывает. Ее можно, конечно, и вот так вот сделать, если не хотите попу, чтобы закрывала. Это я просто проверяла способность, как хорошо тянется футболка или не тянется. Здесь есть такие закругленности, вот. И сейчас со спины вам покажу, девчонки. Так, немножко пониже, наверное, опущу, чтобы спину видеть. И вот так вот со спины. Вот. Видно? Видно. Все, футболка, я тоже довольна, девчонки. Ну, больше повторять такую не буду. Ну, может, буду, хотя не знаю, может быть, буду. Я люблю такие, такие футболки. Вот так вот в жару. Вам не жарко будет. И не душно, да? В общем, комфортная футболочка. Девчонки, классная. Так, параметры я вам сказала, да? Так, и что я хотела показать? Носки, кстати, я чуть попозже покажу. Я сейчас ухожу, мне маникюр сегодня, мне уже по времени. И надо сегодня последний день, чтобы, когда тунику я возвращаю, сегодня 14-й день, вот эту вот оранжевую. Насчет майки сейчас напишу, надеюсь, мне быстро ответят. Вот эту тунику буду возвращать, сегодня последний день, мне надо вернуть маникюр. Поэтому носки я вечером сниму и прикреплю, я вам обещала, прикреплю к этому видео и размещу либо завтра, либо... Сегодня посмотрим. Так, ну и ободки давайте, коль я уже начала, покажу вам. Вот такие вот ободки я взяла. Сейчас я принесу мешочки. Так, ну первый давайте ободок для волос. Цвет шалфей. Вчера, кстати, не, когда через камеру смотрела, когда видео снимала, я не увидела, что здесь написан цвет. А потом я видео пересматривала, прям видно было конкретно, что цвет шалфей, размер, ширина. Ободка 5,5 сантиметра. И состав 100% полиэстер и 100% металл, каркас. Так, а что я... А, ну и все. Это в другом. Обхват головы у меня 57, я сегодня как обхватила голову. Вот такой вот ободок, я видео показывала, цвет здесь приятный. Вот такой он тонкий, смотрите. А вот это вот все, я не знаю, то ли там материал вот еще больше... как бы набитый, либо какая-то ткань. Красиво в виде повязки сделано. Густые волосы, я сомневаюсь, что будут держать, просто как аксессуар для красоты. Вообще, я не очень люблю ободки, потому что мне вот такая вот челочка идет, а когда она либо густая, либо ее нет, то мне не идет. Ну, мне так кажется, что мне не идет. Вам, может быть, виднее. Ну, давайте по вариации, да, посмотрим, как. Ой. Ладно, давайте сначала без челки посмотрим. Ну, хотя почему? Вот так вот тоже ничего, да, девчонки? Вот. Просто сзади вот так вот попушнее сделать. И тоже неплохо, мне кажется, да? Можно вот так, как раньше носили. Вот так вот. Ну, знаете, неплохо, мне что-то понравилось. Даже можно на улицу ходить. Я хотя, ну, сейчас я пока, видите, отращиваю волосы. И у меня на голове как таковой формы головы, то есть волос нет формы, ну, прически. А так вот смотрите, как красиво смотрится. Можно вот так вот носить. Можно вот так вот носить. Как типа, как он называется, этот стиль. Раньше, помните, в Советском Союзе девчонки разминки делали. Вот так вот надевали. Как аэробика. О. Типа вот, вот так вот можно надевать. Ну, это кому как. Он, кстати,
Будет держаться, будет держаться. Но если у вас такие же волосы тонкие, как у меня, можно, кстати, просто вот так вот, без, ну, без вот этой вот челочки. А можно и с челочкой, да, поносить. Сейчас покажу, как. Ну, это когда челка покороче, просто у меня сейчас челка длинная, девчонки. Вот, можно и с челочкой вот так вот. Ну, это кому как идет. Я вам просто вариации показываю. Я не говорю, что мне это все идет. Цвет такой, знаете, прям приятненький. Вот так вот можно носить с челочкой. Вот. Мне кажется, тоже неплохо. А можно с челочкой, да. Остальное все вот это вот назад. Вот. Смотрите, как. Какой-то стиль. Мне кажется, 60-х. О, ну знаете, мне нравится. Вот с такой прической мне нравится. Мне причем по-всякому понравилось. Не знаю, как вам, девчонки. Ну, я его себе оставляю. По-моему, он на возврат тоже его можно. Но я его себе оставляю. Мне так этот цвет понравился. Он просто, я вижу, что он освежает меня. И какой-то шарм моим волосам придает. Так что вот. Вот так вот. Так, дальше. Дальше что у меня? По программе повязка для волос, цвет Animal Print, 56 сантиметров обхват головы, 80 полиэстер, 20 резина. Где это все делают? Ой, тут так мелко написано. А, в Китае это все делают. В общем, вот смотрите, такой. Мне тоже она понравилась. Это ткань такая, ну, она широкая ткань. И, типа, ну, платки такие есть, девчонки. Платки есть такие. Платки, палантины. Она достаточно широка. Вот между, вот так вот, если посмотреть. Вот, вот здесь вот есть резиночка. Ну, давайте что-нибудь будем тоже виять. Ну, вот так вот можно носить. Вот. Я вам показываю только вариации, девчонки. Я не говорю, еще раз повторюсь, что это мне все должно идти. Просто вариации показываю. Вот так вот можно носить. Можно носить вообще, волосы убрать. Вот так вот. Ну, вы знаете, она... Вот на мой... Здесь 55 пишут, у меня 57. Или 56 пишут, я уже забыла. 56 сантиметров. У меня 57. Но за счет резинки вот... То есть не жмет голову, не жмет. Вот. Так, прически моей каюк наступил. Так, я аккуратно, чтобы помадка не замараться. Можно вот так вот носить. Ну, это то же самое, как ободочек, да? Можно вот ушки вот так вот выдвинуть сюда, вот челочку. Вот так вот. Можно на уши надеть. Ну, она в то же время будет греть вам. Кто не любит шапки, допустим, рано носить, вот можно повязку, она, кстати, уши тоже закрывает полностью, по-моему, да. Гуля, Гуль, привет тебе, написала мне что-то, Гуля Алматы, я как раз видео снимаю, ты мне пишешь, потом отвечу. Ну, вот так, я не знаю даже, можно... Так, сейчас. Челочка. Так, ну так мне, конечно, не идет. Вот так вот, если. Хотя. Нет. Ну вот здесь вот можно как бы шапочка сделать. У кого лоб большой, можно челочку вытащить. У меня просто лоб узкий. И тоже так же вот носить, как... А у кого... Как аксессуар, да? А у кого волосы длинные, мне кажется, вообще красота будет. Ну, вот так вот можно. Почему бы и нет? Короче, можно, девчонки, по-всякому. Она здесь как-то так сделана, повязка эта, перекрученная как-то вот. Прям интересно так. В общем, ее тоже я себе оставляю. В общем, все оставляю, кроме вот майку. Мне интересно с майкой что сделать. Она мне просто, видите, она не нравится, что она не тянется.
ну, плохо тянется, понимаете? Если бы она вот такого же качества была, как вот футболка, я бы, конечно, оставила. Но если нет возврата, то все равно буду носить. Она мне как бы нормально, вроде бы не совсем стрёмненько. Так, и, по-моему, еще я видела, что вообще челку убирают как-то. Вот так вот. Я, по-моему, сейчас даже перекрашиваться буду с этими повязками. Вот так вот. Тоже типа ободка. Это еще бирка. Ну, вот так вот, типа ободка тоже можно носить. Почему бы и нет? Короче, девчонки, вариаций много ношения вот этих повязок. Но главное, они комфортные, и мне не давят, и мне понравились. Мне они нужны, потому что я, ну, люблю иногда вот такое вот носить. Тем более сейчас, когда я волосы отращиваю, ну и плюс для вас видео, девчонки, снимаю. Ну все, надеюсь, мой видеообзор был полезен для вас. Комментируйте, ставьте классики, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, будут вам приходить оповещения о моих новых видео. Новые покупатели, регистрируйтесь, 2500 тенге в подарок, да, как говорится, на дороге не валялись. Если кто хочет, а скидка получается, и плюс подарок, или кто еще думает, не думайте, регистрируйтесь. Я всегда на связи, всегда помогу, и уже вечером сниму видео про носочки и прикреплю к этому видео. Все, дорогие мои, пока что я прощаюсь, но я еще носочки прикреплю, я просто не знаю, буду я там с вами прощаться или не буду. Заранее попрощалась, все, всем пока.